В Германии резко подорожал шоколадный Санта. Стоимость самого популярного рождественского лакомства в преддверии праздника выросла в половину. Сейчас за стандартную фигурку из шоколада просят почти 10 евро. Растет в Германии стоимость других сладостей. Плитка молочного или горького шоколада подорожала за год на 20%. Конфеты и батончики на 30%. Причиной такого роста цен стали проблемы с урожаем какао. Засуха, проливные дожди и болезни растений привели к снижению производства. В апреле стоимость одной тонны какао превысила 10 тысяч евро. Но при этом рост цен никак не повлиял на спрос. В среднем каждый житель Германии за год съедает до 10 килограммов шоколада.